бездна звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Буров? Что? Продолжайте. Я дальше не помню. Плохо, Буров. Плохо. Я про звезды другие стихи знаю. Ну что ж, попробуйте. Над черным носом нашей субмарины взошла Венера. Странная звезда. Венера не звезда, а планета, Буров. Верно. Ну и что ж она? Кто? Твоя Венера странная звезда. Она как ты. Она как ты восходит все позднее. И нарушая ход небесных тел, другие звезды всходят рядом с нею. Гораздо ближе, чем бы я хотел. А почему она черная? Что? Небо. Почему оно ночью черное? А каким же оно должно быть? Но если звездам действительно нет числа, то оно должно быть залито светом, верно? Оно должно сверкать, как огромное солнце. Нет, ты действительно никогда об этом не читала? С этим глупым вопросом ты могла бы войти в историю физики. Я согласна. Поздно. В историю уже вошли другие. Жаль. Давно? Лет 200 назад. Был такой астроном. Шизо, кажется. А потом Ольберс. Они ответили на этот вопрос? Нет, они его только поставили. А кто же ответил? А вот это место еще свободно. Частично. Только частично? Вообще-то на этот вопрос ответил Эйнштейн. Откуда ты все это знаешь? Книжки читаю. И как же он ответил? Это долго объяснять. У нас еще есть время. У нас еще в запасе 14 минут. 19. Да. Пан спортсмен уже успел приучить тебя к точности. Ну все, считай себя испепеленным, Буров. Согласен, сгорел. Но сжечь не значит опровергнуть, миледи. Ты это сам придумал? Это Джордано Бруно сказал. Да. Ты непременно должна ехать. Да, меня ждут дома. Но ты вернешься? Конечно. А привезет тебе опять этот будущий чемпион? Да. Понятно. Ответил на мой вопрос. Почему же ночью темно? Послушай, не стану же я тебе читать лекцию по теории относительности. А почему бы и нет? Вот именно. Знаешь, однажды, вероятно, очень любознательная дама попросила Эйнштейна объяснить ей теорию относительности в одной, по возможности, понятной фразе. Увы, мадам, это невозможно, сказал великий ученый. Нет, он сказал, извольте, мадам. Раньше полагали, что если бы из Вселенной исчезла вся материя, то пространство и время остались бы. Моя теория утверждает, что вместе с материей исчезли бы также пространство и время. Все. Повторите. Угу. Извольте, мадам. Раньше полагали, что если бы из Вселенной исчезла вся материя, то пространство и время остались бы. Теория относительности утверждает, что вместе с материей исчезли бы также пространство и время.
Что ж осталось бы? Ничего. Ничего. Ты это можешь себе представить? А бесконечность ты можешь себе представить? Могу. Бесконечное пространство? Да. Бесконечное и пустое? Могу, пожалуй. А ты не можешь? Я все могу себе представить, кроме одного. Все вот это вот без тебя. Ну вот, началось объяснение Вселенной. Ты знаешь, откуда это? Я мог бы даже в ореховой скорлупе чувствовать себя властелином бесконечного пространства. Если б только мне не снились дурные сны. Гамлет? Да. Многовато цитат, Буров. У тебя железная память. Тренировка. Кто мышцы тренирует, а кто память? Тебе снятся не дурные, а глупые сны, Буров. Это правда? Правда. Конечно, правда. Вернемся-ка лучше к нашим звездам. Твою бы любознательность подружки Фрица Хоутермансе. Прекрасная была бы пара. Чьей подружки? Был такой австрийский физик. В юности в один прекрасный день он понял, почему светят звезды. А почему они светят? Ну хорошо, расскажи сначала про подружку. Ну вот, на следующий вечер он пошел гулять с прелестной девушкой. Когда стемнело и на небе стали появляться звезды, она сказала: «Посмотри, как прекрасно они сверкают». Счастливый физик гордо произнес: «Со вчерашнего дня я знаю, почему они сверкают». Но эти слова ничуть ее не тронули. Она просто не обратила на них внимания. А почему они в самом деле светят? Ну вот, я же говорю, прекрасная была бы пара. Ты думаешь? А разве нет? Не знаю. Молчать. Это от тебя зависит. Ты же не отвечаешь на мои вопросы? На вопросы по физике? Да. Хорошо. Я повинуюсь, миледи. Прошу прощения за лирику, миледи. Вы знаете эти стихи? Это почти неподвижность и мука. Мчаться куда-то со скоростью звука, зная, наверное, что есть уже где-то кто-то летящий со скоростью света. А вы умеете летать со скоростью света, миледи? Нет? Жаль. Мы могли бы совершить прекрасные путешествия. Первая остановка — Луна. За какое время мы долетим до Луны, миледи? За минуту. Верно. Только в 60 раз быстрее. Да, миледи? Одна секунда, и мы вон там, на Луне. Всего 3 минуты, и мы на Марсе. Вы ищете марсиан, миледи? Напрасно. Их нет. Их придумали на Земле. Летим дальше. 30 минут до орбиты Юпитера, 3,5 до планеты Нептун и еще 1 час до орбиты Плутона. Всего 5 часов. 5 часов, и мы у края Солнечной системы. У самой границы нашего дома. Нашего малого дома, миледи. А большой дом, вот он. Млечный путь. По-гречески галактика. Гигантская карусель в 150 миллиардов звезд. И среди них наше Солнце. До границ большого дома нам не долететь, миледи. Даже свету нужно для этого 100 000 лет. Летим к ближайшей звезде. До нее 4 световых года. И так мы летим. Мы одни. Вокруг на 40 триллионов километров черная и холодная пустота.
И вот через 4 года мы достигаем окрестности Альфа Центавра. Вам не захотелось домой, миледи? Нет. Прекрасно. Видите, вон то бледное пятнышко. До него 2 миллиона лет. Сколько? 2 миллиона. Ты сказал, 100 тысяч лет вся галактика. Откуда же 2 миллиона? А это другая галактика, миледи. Это туманность Андромеды. Скопление миллиардов звезд такое же гигантское, как наш Млечный Путь. Это было потрясающее открытие, миледи. Наша галактика оказалась не единственной. Оказалось, что их миллионы. Астрономы открывали их одну за другой. И, наконец, они увидели невероятное. Они увидели скопление галактик. 500 галактик в созвездии Девы, 10 тысяч в волосах Вероники и целое облако миров в ковше Большой Медведицы. Вы когда-нибудь заглядывали в ковш Большой Медведицы, миледи? Подумайте, какая это даль, миледи. Этой далью другая даль, а за ней другая. И так без конца. Нет, ваша светлость. Перейдем на ты, Буров. Пожалуйста. Понимаешь? Если всему этому нет конца, если звезд бесконечно много, то небо действительно должно быть залито светом. И потом, при бесконечном количестве звезд, сила притяжения между ними тоже должна быть бесконечной. Она бы стянула их в один невероятный ком, а они, как видишь, рассеяны по небу. Так что же нам делать? Считать, что Вселенная не бесконечна. Что есть число звездам и дно у бездны. Да. Знаешь? Знаю. Что ты знаешь? Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен. Не поясничай, Буров. Так где же, по-твоему, край Вселенной? А где, по-твоему, край Земли? Ты знаешь, где край Земли? При чем тут Земля? Земля — это шар. Верно. Изогнутая и замкнутая поверхность. Ну? Вот так же изогнутое пространство Вселенной. Изогнутое пространство. Видишь ли, когда жук ползет по поверхности большого шара, он не замечает, что его путь изогнут. Мне же посчастливилось это заметить. Тебе? Это Эйнштейн сказал 9-летнему сыну. Так что же, Вселенная — это просто огромный шар? Во-первых, не просто огромный, а неимоверно, немыслимо, чудовищно огромный. А во-вторых, не шар. У шара всего 3 измерения, а у Вселенной 4. Длина, ширина, высота? А четвертое — время. Ты в самом деле понимаешь все это? Конечно, нет. Вот это меня утешает. Между прочим, великие тоже не сразу все понимают. Эйнштейн, например, считал Вселенную вечной и неизменной. А из его же собственных уравнений следует, что она может сжиматься и расширяться. И она в самом деле расширяется. Расширяется? Да, миледи. Это доказано. Вселенная бесконечна. Для нас она конечна. Она кончается там, где скорость галактик приближается к скорости света. У меня все. А скоро она начнет сжиматься. Но ты же сказал, что Вселенная может расширяться и сжиматься. На этот вопрос пока еще нет ответа. Может быть, она будет расширяться вечно. А может, когда-нибудь начнет сжиматься. Но даже в этом случае у нас еще в запасе миллиарды лет. Да. Поехала. Счастливо.
спасибо.